Глава 8 книги «Песни песней Соломона». О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у меня сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я — стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников, а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».